И, собственно, всем привет! С вами Ромарио. Я продолжаю проходить Супермен на Nintendo 64, на предпоследней платформе челленджа, так что приступим к делу. Так, чат снова не видит. Ну-ка. Во, все. Готово. Да, у меня все-таки сохранения все-таки сохранились. In short time, your fate will be sealed, Superman. Then there's no time to waste. Oh,
Then there's no time to waste. Then there's no time to waste. Thank you.
Then there's no time to waste. Then there's no time to waste. Воу, воу, воу. Нифига себе, как взлетел. Then there's no time to waste. Then there's no time to waste. Блин. Then there's no time to waste. А, я могу их в подлёте сбить. Then there's no time to waste.
Блин, вот такие. Then there's no time to waste. Then there's no time to waste. Я понимаю, что самых первых выпускаю. О, лучше снизу сначала, а потом уже сверху. Где-то я точно пропускаю. Там у меня скайп. Ой, я случайно того забыл. Then there's no time to waste. Then there's no time to waste. Ты где? Затаился, гад. Я не знаю, лорд. Еще как-то не знаю. А, так я его все спас. Все отлично.
только что прошел третью касту. Поздравляем его. Этих. Понял. Вот они. Да иди сюда, суки. Блин, что там написали, я еще не вижу. Сейчас пройду миссию и сам узнаю, что. Так, ну что там мне написали? Ну-ка. А, они там все, короче, акастли обсуждают. Понятно. Мне придется через все курицы полететь, если я следующее задание не выполню. Thank you.
А, я должен вот этих вот уничтожить, короче. Ну-ка. Три робота. Ну, понятно. Вот и они. Между прочим. Так, за полчаса, примерно за полчаса прошел эту миссию все-таки. This looks like a job for Superman. Я так понял, нужно добраться до своего кабинета и устранить того самого робота, которого нам показали. Кто-то даже бильярд играет. Я так понял, это наш главный злодей. Судя по его смеху. Ha ha ha.
Так, погодите минутку. Так, и снова на связи. Куда же мне идти? Так, тут чисто. А, вот он где. Я же победил всех. Какого хрена меня не впускают? Вау. Везде вроде как чисто. А, это мина, понятно. Такс. Надо еще тогда что-то поискать. О, что-то. Red, blue, green. Ага. Это, видимо, какой-то код. Well done, sir. Блин, как все подвисает. И треть колотить. Почему он не проходит? Неужели это стекло? А, нет, не стекло. Так, я что, назад я что ли вернулся? Да, определенно. Так, что там? Red? А, блин, понял. Это, короче, как это, типа, радиация или типа того. Я, конечно, понял, что. Но, понятно. Вот идиоты, они стреляют в мину.
Так, там, значит, сказано Red, Blue, Green. Блин. Red. Что за шванг? Теперь в Red пошли, по-моему. Во, генератор дезактивирован. Да уйдите вы отсюда. Так, куда теперь? Тот самый генератор я остановил. О, блин, еще двое. А, Blue, Green, Red, что-то я запутался. Blue, Green, Red, точно. Я пропустил ту самую способность по лазеру. Нужно найти. Или стоп. А, нет. Выйти мне. Нет, не выпускают. Здесь, в принципе, толку никакого нету сюда ходить. Здесь я вроде тщательно все. А, вот лазер. Точно. Только попробуем использовать лазер на этом, на генераторе. Да нет. Так нам сквозь прохожу. Сквозь вот этого самого источника генератора. Даже мне туда идти. То ли все заскриптовано, то ли я что-то не догоняю. А, вот же. Путь бы открылся. А, ну да. Все-таки я что-то не догнал. Thank you.
ты, как здесь оказался? Бежали дальше. О, хпшечки. Хпшка. Блин, надо светить отсюда. Так, с этим не... Чё-то там не могу взаимодействовать, а вот тут по-любому что-то можно сделать. Воу-воу-воу. Блин, еще пароль надо подбирать. Ядрить, колотить. Это уже все. Ой, что это было? А, просто кинул. Ой, блин, я за столько времени еще не успею, как его, подобрать правильный код. Я не знаю, где подобрать нужный код. Лутхор. А, Лутхор? Окей. А, так и... Понятно. Лутхор мне, значит, нужно набрать. О, почти правильно. Тут хо. Блин. Тут вот. Есть. Лифт активирован. Какой лифт? Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой, потихоньку входи. О. Так, я очевидно назад вернулся, окей. Ну-ка, где же, подожди, ну вот она. Так, понятно, куда мне надо идти в итоге. А вот, по сути, тот самый кабинет. Вот и тот самый робот. Блин, нифига себе он дает, а ну-ка, иди сюда. Блин, и все по новой. This looks like a job for Superman. Кстати, у меня же есть лазер, я могу его использовать против того самого робота. Ну-ка вперед. А, ладно, сначала нужно прочтину все это убить. Blue, green, red. Окей. Что-то тот сам, вот этот враг абсолютно затупил. Хоми, значит, надо набрать. Окей.
почти. А, вот тут хпшка лежала. А ну-ка. Ты отстаньте от меня. У меня вот что есть. На, держи, получай. А, закончилось уже или чё? Ну, скотина сбежала. Я за ней. А, вот зачем мне их уничтожать? А, стоп, или мне надо освободить вот этого чувака? Блин. Блин, сколько их тут? Это-то не помогает. Сюда. Может, на столе есть какая-нибудь кнопка, которая поможет активировать? Так, погодите минутку. Так. Что-то там писанина какая-то. А, ну в принципе, что мне нужно было сделать, это прочитай записки и все. Так. Четвертый уровень пройден. Это хорошо. Так, прежде чем летать перед... Опять через кольца, наш проверить, что там пишут. А, ну понятно. Сейчас, тогда продолжу. Блин, я не знаю, сколько в этой игре уровней. Я вот мануал нашел, там вроде бы 17 что ли уровней, то есть миссий. Я так толком и не понял. Thank you.
надо кое-что следующее сделать, чтобы мне не мешал скайп. Так, теперь продолжаю. Пролист хотел стримить. Уничтожь 5 врагов. Окей. Да блин. Базуками вооружены. Then there's no time to waste. 5 мечей за эти кольца. Then there's no time to waste. Опять через эти кольца. Thank you.
просто я начинаю понимать, что, приближаюсь ли я к финишу или нет, эти вот звуки выстрелов. Да, я слава бог. Встаньте от меня, уроды. Then there's no time to wait. Зато по кольцам снова не надо лететь. Все-таки я был прав. Если я не пропущу ни одно кольцо, то меня можно пропустить тот самый момент с кольцами. Где остальные дубовые? Я их не вижу, если честно. Так, тихо. Я слышу звуки выстрелов. Звуки взрывов. А, вот ты где. Так, это четвертый. А где этот самый пятый? Ага, вот ты где. В самом низу затаился, гад. Хитрить, колотить, ты где? Меня не увидел. Отлично, опять через эти кольца. Thank you.
А, убрать этих торнадо. Окей. Сейчас только разберусь, как. Так, первый торнадо готов. Второй сейчас будет готов. Вообще надо пониже. Ой, ой, идеально. Есть. Ощущение, что я половину игры все-таки прошел. Кстати. Может быть, я ошибаюсь, может, мне еще дальше, и я точно половину игры пройду, может, еще меньше. Трудно сказать про Лис. В целом она не очень-то и плохая на самом деле, несмотря на то, что тут очень неудобное управление. Хоть и можно к этому привыкнуть, так что... Как-то так. Ну да, если не придираться к управлению особо. Знаете, вот... Когда я увидел впервые вот эту игру, через, как, ну, Джеймс Рольф вот рассказывал вот об этой игре, обосрал ее, так скажем. Я вот тогда вот впервые увидел эту игру, я уже ему начал верить, что, мол, эта игра дерьмо и все такое, но... С прохождением я уже как бы начинаю думать уже совсем иначе. Мнение уже начинает изменяться. Опять уничтожить этих тупорылых черных чмошников. Надо бы их еще найти. Так, а где еще? Может, они наверху? Нет. А, так я уже всех уничтожил, понятно. Летим дальше. Опять я зафейлил с кольцами. Если бы я не пропустил бы ни одно кольцо, то я бы вот этот полет с кольцами мог бы снова не лететь. Фу, тупо, что я несу. Короче, вы поняли, если я не пропущу ни одно кольцо при полете, то эту сцену можно пропустить. И выполнить его более важные действия. Ну, задание.
что вы ждете? Then there's no time to waste. Ой. Ладно. Постараюсь не пропускать ни одно кольцо. Отшлорд, я не уверен, что сегодня осилю, но прогресс более-менее стабильный. А так я осилю в конце, скорее всего. Может, я даже буду одним из первых, кто осилит эту игру. Не, хотя я в этом, конечно, сомневаюсь, но... Тем не менее. Сомневаюсь в том, что я один из первых, кто осилил эту игру. Не, ну точно не первым. Я видел спидран по этой игре. Не, ну я, конечно, не полностью смотрел, но просто увидел ролик, как там... Да, даже есть спидран на 2 часа. Вот об этом я и говорю. Так что меня можно и не считать самым первым, кто прошел эту игру. Может, одним из первых. Так, что там? 6 врагов нужно уничтожить. Then there's no time to wait. Чего? Я же пролетел через все кольца. Ты что ж такое-то? Может быть, за определенное время нужно пролететь через все кольца, а не... Не, хотя маловероятно. Я же не пропускал ни одного кольца. Так, время у меня еще есть.
стабильно из 3 раза пройти кольца, то к ним не возвращайся. А, ну это я знаю. Сейчас мне не нужно пропускать ни одного кольца, а иначе все по новой. Да, уж слишком сильно разогнался. А время-то поджимает. Поджимал только в первом уровне, кстати, в остальных у тебя всегда осталось от 30 сек до 1 минуты. Но, кстати, да. Ты куда тебе несет? А, во, все. Так. Я все-таки не понял, от чего зависит то, что вот прошло раз через кольца, но зафейлил, и снова к нему в очередной раз зафейлил, но уже не прохожу через кольца. Я не знаю, от чего это зависит. А, может мне... Then there's no time to waste. А, понял, надо по пути, короче, вот этих пацанов устранить препятствия. Но, блин, тут столько всего.
короче, отсюда торнадо гребаное. Then there's no time to waste. Так. Машина. Вон. Бомбежка. Тоже из бомбежки, я слышу. Так, он уже близко, я уже слышу. Что-то не видно. А, все. Блин, опять через эти кольца. Конечно, мелькает очень мелко в мыслях, что я все-таки ближе, все ближе и ближе к концу этой игры. Потому что, видимо, ничего нового, видимо, не могут придумать в этой игре. Кроме как пролетать через кольца и да, выполнить там парочку довольно-таки интересных заданий, типа... Я приближаюсь, но все зависит от того, насколько близко. Может, я далеко, может, вообще очень-очень близко к концу игры. А так я, блин, без понятия. Однако вот эту, вот этот уровень я прохожу очень-очень долго. Если честно. This looks like a job for Superman. Скорее всего, это будет последний уровень на сегодня, и уступлю еще следующему стриму. Следующему участнику. Да иду, 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 Лойс. Не боись. Я понял, зачем нужно остановить вот этих вот черных мразей. А вот и ты, собственно.
Эй, ты, я здесь. Блин, у меня ничего из арсенала нет. Что за идиоты? Да, очевидно, я не могу через это пройти. Даже стрелять оттуда никто не сможет. Посмотрим, что на верхнем этаже. Идем к девахе. Или сначала лучше проверить, все ли, все везде ли я все очистил. Да, я все вроде как очистил. Ну-ка. Эй, ты. Я здесь, блин. Так, а что, я туда нельзя пролететь назад нормально нельзя. Ну и куда мне идти, скажите на милость? Вот даже у этих врагов не хватает ума разбить стекло. Что за идиоты? Ядрить. Ой, чё это? А, карточка? Или чё это, типа того? Придется заново обследовать все эти комнаты и искать чего-либо, да, по поводу кнопок или хотя бы способа пройти через эти лазеры. Ой. Стоять. А, это просто декорация. А, еще вы сюда вроде не заглянул. А, ну, видимо, да. Че слепой такой? Все мешает вот это синее.
меня нечто, что загораживает мне вот эту всю ориентацию. Коробки взрываются. Не, ну если там что-то взрывоопасно, то вполне логично. Ой, я даже дощечки могу. И дощечки взрываются. Да, скорее всего, Майкл Бэй. Снова ящики взрывоопасные. Да не хочу положить. Ну-ка, бросай. А ну стоять. А, это светильники. Мне показалось, что-то проходное типа наверх. А, вот же проход наверх. Точно. Роботы. Блин, я опять начинаю ходить кругами. Это еще более серьезно запутывает. Отшло-то, и я сомневаюсь, что сделают хоть когда-нибудь. Ну, если уж в далеком-далеком будущем, то не знаю. Да, фильм хороший. В экранизации он, по крайней мере, выглядит более-менее нормально. Вот в играх ему не повезло. Блин, деваха, как бы к тебе подойти? Тут вообще тебя забаррикадировали, короче. Да, вот жаль. И вот эта дальность загораживает вот это синее нечто. Привет, Рупокер. Я краем уха слышу, что что-то пищит. Определенно. Десять Антошек из десяти. Тихо. Я тебя слышу, скотина. Я уверен, ты где-то здесь. Блин, вот эти двери невозможно, видимо, открыть. Ну да. Блин, отсутствие мне даже хочется кидать с вот этими вот взрывоопасными всяческими вещами. Вон даже доска взрывается. А это выглядит куда нелепее.
Так, определенное, он находится наверху. Не, это был бы не сработал бы. Вы еще здесь, тупые идиоты? Не можете даже стекло пробить. Какие же они все-таки идиоты. Не, у меня нету лазера, у меня пустой. Так, Heavy Rain просто шедевр на этом PS3. Лазера, я ищу лазер, пока не вижу. Да и вообще вряд ли вижу. Так, тихо, а я могу проломить эту решетку? Нет, не могу. Определенно. Так, мне надо обследовать вдоль поперек комнаты, чтобы узнать, не мало ли, не пропустил ли чего-либо. О, я светильник только что подобрал. Стоять. О, я нашел. Во, наконец-то. Привет, Грей. Я наконец-то нашел самый терминал, в котором поможет мне наверняка открыть, дезактивировать лазеры. Так, здесь не дезактивировано. Значит, определенно где-то внизу. Точнее, на втором этаже. Вот здесь вот, например. Так, и тут нет. Окей, бегом обратно. Что-то я не понял прикола. А, может быть, внизу где-то? Блин, как все запутано. Ладно, подлетим еще раз к этому терминалу. А, так я уже что-то там с ним сделал, но... Что-то, хоть что-то изменилось, я не понял. А, вот же! Ё-моё! Спасибо, Супермен. Я нашла Линкс Луту. Так, понятно все с тобой. Блин, что с ней не так? А, ну окей, выбирайся отсюда. О-о-о. Я иду спас... Я иду к тебе, Тимаха. Только держись. It's a trap. Я знаю, я понял. Ну и где? Опять тебя искать. Ну, очевидно, что лазер должен быть дезактивирован.
светильники взрываются. Чего я только не понимаю, все взрывается. Главные ворота были закрыты. Ну вот я снова в начале. Ничего особого такого нету. Здесь определенно нечего делать. Ладно, полетели туда. А, вот же... Ну твою ж мать. На зону 3. Блин, еще перепроверять всяческие различные комнаты, чтобы, блин, достать что-то важное. Вообще пипец. А, понятно. Так, я сейчас опять будет с меня сюда лететь. А, нет. Значит, мне... Значит, определенно открыты вот эти вот лазеры. Дезактивированные. Ну да. Ты в ловушке, Супермен. Блин, и что мне теперь делать? Как мне дезактивировать? Ой, что это? Быстрее, быстрее, пока не поздно. А, так я уже все выбрался. Нормально. Ой, зеркало. Так. Слышь ты, ну-ка, пошел вон, скотина. Я сейчас сдохну из-за тебя. О, все-таки дезактивировал я этот криптонит. Так, мне куда нужно вылетать-то? Твою ж мать! Блин! This looks like a job for Superman. По крайней мере, я запомнил, что нужно сделать. Я понял тебя, не боись. Так, эта дверь закрыта. Где ключ? Ключ был здесь. Почему я здесь? А! Или стоп. Что-то я слегка не догоняю. О, господи, как все запутано, однако. Ой. Эта дверь открыта.
Ладно, уничтожу вот этих вот уродов вот в этой комнате. По-моему, из-за этого у меня ключ появился вот на той лестнице. Пипец. Хватит теребить свой суперчлен. Блин, как тебя спасти-то? Вот, точнее, как сделать так, чтобы появился этот долбанный ключ? Та комната наверху не открывается, блин. Замуровали демоны. Да я сейчас вот обследую эти комнаты. Ну, теперь... Да вы, блин, издеваетесь. А теперь... Да ты что, неужели? Все-таки верно было, надо было очистить зону, а потом уже взять ключ, подлететь вот сюда, что-то активировать. Вот. И летите прямиком к ней. Все понятно теперь. Ванна прошла сквозь меня. It's a trap, я и понял. А пропал-то. Так, ну и... А, вот же. Так, теперь летим в той самой зоне, где я в тот раз и подох. Точнее, опоздал. А, не-не-не, не сюда.
Вон даже мне там, кажется, сюда показывают, где, в какую зону мне можно идти. Я понял, понял тебя. Сейчас я дезактивирую вот эту вот хренотень. Дверь открыта. Ну, точнее, комната открыта. Понял. Ну чё? Я здесь. Нана. Да пути ты отсюда. О, блин, он меня уложил. This looks like a job for Superman. Да я вот старался. Надо обязательно, видимо, его забить, а иначе он просто возьмет и укокошит меня. Вы видели, какие у него удары? Ну, тем более. Так что лучше сначала укокошить этого самого чувака, а потом уже дезактивировать. Тьфу ты, вернее наоборот. Но, блин, это маловероятно, что у меня это получится. О, вот и карточка. Так, для начала возьму хпшечку. А где хпшечка? А, ну вспомнил, вспомнил. Это вон там. Смысле не слышишь? Может, ты просто самое, как его, отключил у себя сам громкость стрима? Так, где-то тут должна быть хпшечка, я должен до нее добраться. Угу. Все, лечу теперь. О, с полным ХП я добрался до туда. Ну, почти. Заткнись, металла, я сейчас до тебя доберусь. И вообще, что это там такое? А, понятно.
Может быть, мне надо было здесь активировать вот этот криптонит, а потом уже бежать сюда? Ну, замечательно. Ой, я, блин, случайно прошел мимо этой комнаты. Блин, дом. Нана. Тихо. Очевидно, я что-то правильно сделал. Ну да, определенно. О! Нифига себе. Ну и как это самое? Подобрать, я не знаю. Из арсенала мне ничего даже нет. Вот, при моем движении, при моем приближении, точнее, он там шевелится. Так, я... Это еще что? Что это за звуки? Очевидно, я что-то открыл. Вау! Вот это работяга. Блин, с ним... Вроде как опасно. Надо сначала обследовать комнаты. Так, тут понятно. О, путь открыт. Ты отстой, ты от меня, урод. Лады, блин. Ну? А, понятно. Может, здесь что-то нужно найти? А, вот как раз... Воздух? Нафиг мне воздух? А, может быть, быть в того робота поможет. Так, сначала вот этого кокошу. Возвращаюсь обратно и, может, чем-нибудь еще найду. Так, тут понятно, ничего такого нет. Так, пока я не хочу с тобой бороться, робот. Ну, блин, придется. Че ты с... Ни хрена. На, по ногам. Ни хрена себе, как он меня укокошил, блин. Ой, блин, все по новой. Да, определенно. Я что, случайно нажал на старт. Ой, блин. Я не знаю, сколько тут всего уровней, но, блин, я не хочу так долго заморачиваться, да и тем более, вслед за мной кто-то хотел еще стримить, вот бы пролист. Так что, я уступаю место пролисту сейчас. Что касается меня, я еще не знаю, может вечерком еще постримлю, так что особо далеко так и не расходитесь.